Как предотвратить появление конфликта между школьниками и что делать, если избежать его не удалось? Педагоги образовательных учреждений Нижнего Тагила многие годы работают над этим вопросом и делятся своим опытом с коллегами. Накануне в 86-й гимназии прошел городской семинар. На нем учителя говорили о профилактике правонарушений и безнадзорности. Для нас очень важным является поделиться тем опытом, который у нас есть. И я думаю, что это очень важно для наших коллег, потому что вопросы профилактики – это действительно большая проблема. Большое количество детей сейчас вовлекаются, скажем так, в те течения, в которые нам бы не хотелось. И наша задача – привлечь их как раз-таки к волонтерской деятельности, к медиации, чтобы избежать максимальное количество правонарушений. Педагоги гимназии поделились с коллегами опытом применения медиативных технологий. Поскольку с каждым годом конфликты чаще появляются у школьников средних классов, в стенах образовательного учреждения создали волонтерский отряд профилактической направленности и школьную службу примирения. Программа у нас проводится с помощью самых различных мероприятий. Как вы видите, мы стараемся использовать очень активные, интерактивные формы для того, чтобы погрузить ребят в эту проблему. И далее учащиеся медиаторы под руководством педагогов, кураторов школьной службы примирения и медиации разрешают некоторые конфликтные ситуации, а также активно участвуют в реализации программы профилактической работы гимназии. Педагоги гимназии не только поделились с коллегами теорией, но и пригласили их на открытые уроки, где на практике показали эффективность применения медиативных программ.